Имам Шамиль или шейх Шамиль – легендарный, великий лидер кавказских народов. Великий религиозный, политический и военный лидер. Родился в 1797 году. По национальности аварец. Сначала его звали Али, затем его переименовали на Шамиля. Когда ему было 37 лет, в 1834 году он стал имамом Дагестана. В течение 25 лет он вел борьбы с русской оккупацией. В 1859 году он сдался в плен. Затем он эмигрировал в Османскую империю. И в 1871 году в Медине он умер. И тогда ему было 74 года. Но есть некоторые спорные утверждения, некоторые спорные гипотезы об имаме Шамиля. Некоторые говорят, что он сдался в плен, поэтому он не герой. А еще некоторые говорят, что он по национальности на самом деле не аварец. Некоторые источники пишут, что якобы он может быть кумыком или лакцем. Вот так. Пока.